Следы пожара на палубе и в капитанской рубке. Хотя сезон еще не закрыт, катер вряд ли в ближайшее время выйдет на воду. По неофициальной информации, принадлежит он частному лицу. Капитан постоянно проживает в Москве, в Рязани работает вахтовым методом. Пожар на катере произошел накануне вечером. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Огнем повреждена палуба. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Пострадавших на пожаре нет. Что стало причиной возгорания, еще предстоит выяснить, отметили в пресс-службе регионального МЧС. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».